Добрый день. Меня зовут Сергей Михайлович Пичужкин. Наша компания занимается производством садово-огородного инвентаря. Также мы производим садовые тачки. В 2019 году нам потребовался для увеличения мощности по гнутью труб станок для трубки, для гибки труб. Мы обратились в компанию ТРПром за помощью оказать нам и поставить этот станок. Несмотря на то, что мы с ними работали в первый раз, то все вопросы оперативно решались быстро, слаженно. И даже на этапе изготовления трубогиба нам потребовалось изменение конструкции. На что они пошли и тоже оперативно это все исправили. И получился станок для производства труб такой, который мы заказали. Всем рекомендую компанию ТРПром.